Лаян Грин Парк продолжает радовать своих будущих жильцов и инвесторов. Первоклассная инфраструктура и сервис, забота о семье и экологии, особое внимание к качеству. Все больше людей интересует не только инвестиционная недвижимость. Особую ценность обретают проекты с философией и ценностями. И именно поэтому мы решили запустить вторую фазу проекта Лаян Грин Парк. Концепция остается неизменной. Это забота о семье, окружающей среде и стремление к высочайшему качеству. Мы учли пожелания наших клиентов и приняли решение воплотить в жизнь проект, который превзойдет все ожидания. Вторая фаза – это более масштабный комплекс, улучшенное качество и сервис. При этом комфорт переходит на абсолютно другой уровень. Напомним, Лаян Грин Парк расположен в премиальной локации, всего в 700 метрах от известного пляжа Бангтао и 20 минутах езды от аэропорта. Также в 2 километрах находится национальный парк с нетронутой экзотической природой, а всего за 10 минут можно доехать до элитного района Лагуна с ресторанами, прогулочными зонами и множеством развлечений. Вся туристическая инфраструктура, пляжные клубы, оздоровительные центры, теннисные корты и гольф-поля, крупные супермаркеты и торговые центры и многое другое доступно в радиусе от 1 до 3 километров. Лаян Грин Парк фаза 2 – это 6 зданий, в которых будет расположено 377 апартаментов различной планировки площадью от 37 до 280 метров квадратных. Студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, а также дуплексы. Недвижимость будет доступна не только для аренды, но и для собственного длительного проживания. В рамках проекта будет реализована приватная резиденция, в которой апартаменты не будут включены в номерной фонд апарт-отеля. Все квартиры будут оборудованы современной бытовой техникой и мебелью от премиального производителя, который работает с отелями 5 звезд в США и Дубае. Также будут внедрены инновационные технологии, инверторное кондиционирование, система «Умный дом» и многое другое, что повысит уровень комфорта для жильцов. А высокие потолки создадут ощущение света и простора. Инфраструктура Лаян Грин Парк фаза 2 по-настоящему внушительная. Это более 6000 квадратных метров. Здесь для вас будут рестораны, кафе и бары, детская площадка, водные горки, огромный спа-фитнес-центр на 1000 квадратных метров и супермаркет. Но что действительно отличает вторую фазу, так это то, что здесь будут созданы условия не только для приятного отдыха. Функциональный коворкинг, современные конференц-залы и выставочные площади позволят не только работать в уютной обстановке, но и проводить важные встречи, совещания или даже организовывать масштабные мероприятия. Защита природы – это один из важнейших принципов Лаян Грин Парк, поэтому вторая фаза также реализуется согласно критериям сертификата EDGE Advance. Это значит, что в проекте не только используются экологичные материалы, но и применяются инновационные технологии, позволяющие сократить потребление воды и энергоресурсов до 50%. К ним относятся солнечные батареи, системы фильтрации дождевой воды, энергосберегающие окна и многое другое. Процесс строительства уже начался, и на сегодняшний день уже готовы рабочий городок и инфраструктура для строительства. Также началась разработка котлована для зданий отеля и кондо и свайные работы. С самого начала строительства мы уделяем внимание всем необходимым параметрам для того, чтобы создать успешный апарт-отель. Мы стремимся к максимальной эффективности для того, чтобы обеспечить вам стабильный пассивный доход. Стоимость недвижимости на этапе строительства значительно ниже, чем на стадии завершения. Поэтому успейте приобрести апартаменты по привлекательной цене. Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, ответим на все интересующие вопросы и подберем для вас именно то, что вам нужно. Все детали в описании под видео. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, он был вам полезен. С вас лайк, подписка и до новых встреч!